Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, и сейчас у меня буквально трехминутное видео, касающееся кланового вызова. Это ивент, который сейчас проходит и находится в самом разгаре. Мы все собираем стальные слитки. Кто-то собирает, кто-то нет. Я лично собираю. И для того, чтобы качественно, хорошо пройти данный ивентик, буквально накануне данного ивента я создал свой клан. И вот сейчас, наверное, ребят, прозвучит больше ответ хейтерам и вот тем вот гнусным хомящим статистам. Ребят, именно хомящим статистам, потому что статисты есть хорошие, классные ребята. У меня в клане они тоже есть. Это просто люди, которые играют, придерживаясь статистики. Для них это цель, но при всем этом они не хомят тем, которые играют хуже, чем они. И в этом очень большая разница между хомящими статистами и обычными классными ребятами-статистами. Так вот, ребят, ответ хомящим статистам и тем хейтерам, которые мне писали комментарии под моими видео по поводу того, что я соберу у себя с моими подходами, а я не любитель статы, я не отбирал себе в клан ребят по понятиям подкованности, скилловости, уровня танков, количества побед и так далее. Я просто набирал тех ребят, которые хотели участвовать в частности, жизни клана и обещали быть полезными. Так вот, ребят, ответ всем вам. Первая неделя заканчивается, и вот результат. Вот те ребята, которых вы называли раками, поскольку мне писали в комментариях, что я соберу у себя исключительно одних жопоруких раков, которые не умеют играть, и что набирать необходимо по признакам статистики игрока, сколько боев он отыграл, и какая его результативность среднего урона и процента побед. Так вот, ребят, утритесь. Потому что те ребята, которых я собрал, не имея скиллов, не будучи супер подкованными игроками, они просто имея цель, которая их объединяет, имея желание и имея позитивное настроение, имея отзывчивость и отдачу друг другу, они взяли и вполне спокойно за неполные 6 дней выполнили полностью все, что можно было выполнить для того, чтобы закрыть полностью все 10 чекпоинтов в недельной, да, вот этой вот цепочке. И вот, ребят, огромное спасибо хочу сказать всем ребятам из моего клана. Я не буду перечислять все никнеймы. Те, кто смотрят эти видео и являются участниками клана, ребят, вы видите себя на экране, и это то малое, что я могу сделать для вас в виде благодарности. Ребят, я показываю вас как пример того, что вам не обязательно следить за своей статистикой, вам абсолютно не обязательно быть супер подкованными, супер крутыми чуваками, которые наносят обязательно ровную средуху, прячась где-нибудь в кустах. Вам не обязательно придерживаться процента победы, выпрыгивать из трусов, если вы проиграли. Вам достаточно быть просто человеком, который готов принять вызов вместе со своими соклановцами, ну и, соответственно, пойти в бой гусляк к гусле для того, чтобы приносить пользу, ну и доставлять радость всем участникам вашего клана. На данный момент, ребят, у меня все, я думаю, все поняли. Ну а кто не понял, подписывайтесь на мой канал, и вы поймете, за что я пропагандирую и чему я пытаюсь уделять время в игре. Я пытаюсь уделять время игре исключительно удовольствию от нее, а не придержанию статистики, и никогда, никогда никого не оскорбляю, если у кого-то что-то не получается. Подписывайтесь на канал, возвращайтесь на мои видео. Всех благ, всего хорошего вам мира, а главное, ребята, обязательно спокойствие.